Русских и грузинских регбистов в средствах массовой информации называют принципиальными соперниками турнира. Противостоять друг другу они будут в 20-й раз. Из 19 встреч на счету гостей лишь один проигрыш. Один раз команды сыграли в ничью. Как и всегда, спортсмены готовятся к тяжелому физическому противостоянию. Игру считают серьезной и важной для обеих сторон. Но друг друга называют не иначе, как друзьями, у которых есть и общие приметы. Например, дождь перед встречей. Никакой подоплеки. Я думаю, давно прошли те времена, когда была какая-то другая политическая подоплека в этих встречах между Россией и Грузией. Сейчас это две команды, которые очень тесно связаны друг с другом, очень хорошо дружат. И, как сказал Александр Юрьевич, грузины подают хороший пример для нас, куда стремиться и куда мы, в конце концов, надеемся однажды попасть. Это тоже. Российская сборная довольно подготовленная, налицо заметный прогресс. У обеих команд свои цели. Наша цель – продолжать игру в том же темпе, который мы набрали на Кубке мира. Наши встречи всегда проходят на особых эмоциях. Играть грубо никто не планирует. Мы хотим понравиться и обещаем красивое регби. Развиваться регби начал и среди сочинцев. В секции по этому виду спорта на сегодняшний день занимаются 50 ребят. Все это не секрет. Произошло благодаря тому, что в город Сочи пришел профессиональный регби, что здесь, на территории Юспорта, стали проводиться игры профессиональные. Мы благодарны организаторам этого мероприятия, что именно площадка в городе Сочи выбрана для проведения такого знакового для страны мероприятия. Сборная России начала второй круг чемпионата Европы с двух побед над Испанией и Германией, но дальше последовало болезненное поражение в гостях от Румынии. Пока «Медведи» занимают третье место, опережая на 6 очков команду Испании и отставая от румын на целых 7 очков. Поддержать моральный дух «Медведей» можно будет завтра, 12 марта, в 15 часов на стадионе «Юг Спорт». Вход свободный. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.